псевдосложная конструкция. Иностранцы не используют, они произносят ее как-то очень странно. In of the words. Никого это не волнует. Это равносильно тому, что сказать совсем, давай-ка я скажу совсем в других словах. Ну, примерно так. То есть это никакого воздействия на русскоязычного человека не произведет. Если вы скажете «шорт побери», это тоже никакого впечатления не произведет в качестве чего-то на другом языке, но с таким вот ужасным, кошмарным произношением, это тоже не произведет никакого впечатления. Поэтому нужно произносить это качественно. Если произносить некачественно, вы это выучить не можете. То есть нужна полная параллелизация фраз на родном и на иностранном языке, который вы пытаетесь выучить. Иными словами, in other words, in other words, эту фразу нужно разучивать, in other words. Поэтому в моих курсах сначала разучиваются различные последовательности слов, как одна согласная переходит в другую, как сливаются и спаиваются слова, с тем, чтобы вы потом просто вот как я могли с первого-второго предъявления нормально прочитать фразу и свободно ее сделать своей и выучить ее иностранный эквивалент.